Заха! Здоровья! Угомонись! Обычные игры подвижного маленького мальчика. Через месяц Захару будет только 6, и его не угомонить. Смотреть спокойно на такую бурную активность можно только, если не знаешь страшной правды. Год назад ребенок выпал из окна второго этажа. Пошел в гости к соседской девочке. На несколько минут дети остались без присмотра взрослых. Слышу, Захар на улице плачет. На арбуз взял вокруг, и в кусты пошла есть. Вокруг дома обошел, обнаружил его, в общем, лежачим под окном. Когда заходил, ну, первый раз, вот, то есть не обратил внимания, у них окна были зашторены и открыты. В общем, в том, что они открыты, я не увидел. Я со второго этажа упал. Как так получилось? На окно залез и упал. Скорая увезла ребенка в больницу, там диагностировали тяжелую травму головы. Операция закончилась только под утро. Чтобы удалить гематому, нейрохирургам пришлось сделать отверстие в черепе, убрать четверть всей костной ткани. Теперь мозг Захара защищает только кожа, как родничок у младенца. 3 дня в коме и целый месяц в больнице, где жизнерадостному мальчику совсем не понравилось. Укол в вену делали. Больно было. По голове-то можно погладить тебе? Да, можно. Только здесь. Здесь и здесь не надо лучше. Почему? Потому что здесь мятина, а здесь болячка зажившая. Захар – это бездна нерастраченной нежности. Его мама умерла от рака, когда мальчику было всего 1,5 года. Он помнит ее, говорит, красивая, и живет с отцом в маленькой неблагоустроенной квартире. Этот барак в Борисовой Гриве давно обещают расселить. Очередной срок – в следующем году. Дмитрий Столяр зарабатывает немного и только в сезон дачного строительства. Найти что-то более постоянное пока не может. В связи с травмой в садик его, конечно, не берут, потому что они опасаются. С таким дефектом жить опасно, скажем так. То есть любое падение, любая травма – это чревато последствиями. Повторную операцию долго откладывали. Мальчик часто простужался, но больше тянуть нельзя. Любое неосторожное движение, удар, который у обычного ребенка не вызовет даже сотрясение мозга, для Захара будет смертельным. 800 тысяч рублей. Столько стоит аллотрансплантат. Это современный аналог титановой пластины. Все лечение проходит бесплатно. Но максимально эффективный и наилучший способ – это 3D-моделированная пластина специально под конкретного ребенка, но, к сожалению, квоты ее не покрывают. Создается трехмерная модель из искусственных материалов и во время операции имплантируется ребенку. И целостность черепа восстанавливается. Синтетический материал постепенно обрастет костной ткани, и Захар будет в безопасности. Прогнозы врачей оптимистичные. Мальчик пойдет в детский сад, а затем и в школу, если только удастся собрать нужную сумму. Он не сможет жить в тишине и покое. Захар – это море обаяния и кипучая энергия. Он мечтает стать аквалангистом. Жанна Скворцова, Максим Смирнов, Сергей Ларичев. Вести, Петербург. Чтобы помочь Захару, достаточно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарства для малышей. На сайте нашей телекомпании, на сайте Русфонда, все адреса сейчас на экране, можно узнать о том, сколько денег уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. В соответствии с недавно принятыми поправками в законодательстве, те, кто отправит такие смс, могут получить сообщение мобильного оператора, в котором вас попросят подтвердить оплату. Если вы не выполните это условие, деньги до детей не дойдут.